Теперь в бочечке. Ты будешь бочки ебать, да? Будешь бочки ебать? Ну а что делать? Так аккуратно. Копылюх. Шляпа. Аккуратно. Блять, аккуратно. Затворик. Все, на кораблике пошел. На кораблике. Все, на нем просто стоим. Просто стоишь, все, фух, все, жарим сосиски. Фух, блять. Все, просто стоишь, он сейчас доплевет. Изи, изи. Хорош, красава. Не, на самом деле это не слишком сложно было. Тогда не слишком сложно, просто тебе... Но долететь до этой руки, блядь, это пиздец просто. Это, дядь, ты и так грязь сделал, ты с первого раза на эту девочку долетел. Как будто не было на Твиче человека, который на нее первый раз залетали, блядь. Не, лучше не двигаться на этих текстурах, они такие баганые, блядские. Было? Я, понял, пацаны. А, Стас, ты? Бля, ну Стас, ты ебешь, ты жестко ебал. Сколько ты, 6 часов проходил? Более-менее, кстати. Я не знаю, как вы туда с первого раза прыгнули. Я первый раз, когда прыгнул, я просто нахуй перелетел ее. А, 10 часов проходил? Ничего страшного, бывает. Ну шо, где оно, блядь? Да жди ты, блядь. Чё ты такой, не этот, не ждун, блядь. Да, позапрыгиваешь, нахуй тебя сейчас выкинуло. Боже, что это? Блядь. Это... Бля, просил где же, нам? Сука, просил же, вот, блядь. Вот, сука, вот просил же, блядь, просто... Бля, ну... Бля, иди ты нахуй, блядь! Просто, блядь! Просто пизду, блядь! Цепляйся! Лучший! Ну давай, беги, сейчас опять надо на девушку запрыгивать, бля, иди на... Бля, чё тут, бля, оно проваливается всё? Да это хуйня! Так я тебе говорил, 10... Да сука! На руку, наебало, наебало, на ножки! Лопай, лопай! Да не, забей, это всё же, это низ. Ломай что-то! А это низ, это низ, это низ, полный низ. Там ничего нет. Нет, кровать, бля... кровать, там есть что-то. Минус, минус, держи, май. Держи. О, поздравляю, first. Ты выиграл. Ебать нахуй, все, бля, игра закончена нахуй. 40 минут, бля. Ладно, окей. Блять, просто... Блять, и он еще будет поднимать меня. Ну нахуй. Бля, плюс брата, 1000. Вы получили памятную награду от Эвилона сразу в Твиче. В честь памятного момента. Может занять несколько минут. Все ясно, окей. Бля, бро, а как? Это 500 сабок или штука? Это нихуя, блять. Ты еще ни разу не прошел. Сейчас я пойду посмотрю. Да дальше. Жди, ты мать. Просто летишь. А я много, да, еще проходить? До того момента. Ну, нормально еще. Бля, сколько Александр, минут? А как ты на ровном месте мог ошибиться? Братан, я не знаю. Сделайте клип разработчикам, что я просто под корабль, блядь. Да, там уже было обновление, забей. Сашка, Сашка. Как видишь, обновили охуенно. Пиздец, просто под корабль. Ну как так? Ну такой баг. Ну там трюм дырявый просто, понимаешь? Бля, это сейчас опять по дракону бежать. Да, тебе заново бежать очень много, но ты хорошо, ты хоть не на трубах. Не, трубы это пиздец. Трубы это самое сложное, до сих пор не прошел их. Трубы это такая хуйня вообще. А рельсы? Бля, рельсы это вообще пиздец. Ебать, ты на реакции валишь. Блять. Чат, а кто дальше труп проходил вообще игру? Я только купил. Ебать, из-за... Ой-ой-ой. Молодцы, да, видно сразу потенциал. Купи, я пройду. Ага, вот оно что. Так это ж параша еще дорогая. А сколько она, кстати? А не знаю. $8. Вроде бы. Охуеть. Короче, в гривнах она где-то 200... 300 гривен? 225 я сегодня брал. 225? Да, 225. В рублях 500.
Да. Да. Пиздец. Спасибо, дорогая, охуеть. Интересно, сколько людей купила? Бля, по-любому же 90% чата куда просто там, куда? На вот эту хуйню. Им же просто в прикол смотреть и в падлу играть. Да не, я думаю, дохуя купила. Это, ну, она очень хорошо зафорсилась. Типа, интересно, типа, вот посмотреть Ликса, и когда он на рельсах там 5 часов пробыл, и ты думаешь, бля, ну надо попробовать. Чат, а сделайте опрос. Не получится так. Сделайте опрос. У вас есть эта игра? Или вы играли? Интересно, какой процент людей играли или просто смотрят? Имеется модерутер какой-то? Ой, не надо такое нам. Нормально все. Тут тоже аккуратно. Тут, сука, так бывает, слетает, блядь, на этой шляпе. Да, все норм, все. Все, жди руку. Я говорю, на вот этих штуках, ой, блядь, лучше не двигайся, типа, потому что скидывает. Ну, ты уже понял, в принципе. Это вообще дичь какая-то. Я ж тебе говорил. Я просто смотрю, блядь, на то, как построен тут город, блядь. Эти разработчики не могут нахуй сделать, блядь, свой дырявый корабль, блядь, сделать его нормальным. Ну, 15%... 15% купил эту игру, это так-то ебать дохуя. Сколько? 4600 человек не купило игру, 800 человек купило. Ебать, 800 человек. Нет, так ее... Ну хотя... Ну смотри, как дохуя. 15% да, такая сенсация. Ее большинство не покупали, но играли в нее, понял? А-а-а, точно, они же скачали просто, точно. Надо поддерживать разработчиков. То есть такая игра, это, блядь, просто нахуй, это одна секунда, скачал и все. Осуждалка. Она реально дорогая. Осуждаю, конечно. Но она... Я не помню, когда я посинел, я всегда все... Налево, Сань. Я тоже ничего не скачу. Брат, у тебя есть деньги. Когда... А, например, да, представь, помнишь? Ты сидишь, тебе там 14 лет, там 13, да, у тебя нихуя денег нет, что делать? Бро, я, знаешь, я... Бля, ладно, не буду на стриме рассказывать, может, это нельзя делать. Я когда-то заработал первый раз... На крыло. Ой, ебать, неплохо. Ничего страшного. На ключ Arma 2, Arrowhead. На DayZ заработал первый раз тем, что... Ты сказал, может, это нельзя рассказывать, ты рассказываешь? Да похуй, ну, типа... делай. Да делай, если что, ты тебе злой. А что ты там делал уже, а? Сука, я думаю, кто мне 500 рублей спиздил, блядь? Вот как раз в этом году было, блядь. Аккуратно, Сань. Да ладно, не буду рассказывать. Ну нахуй. Мало ли, не хочу рисковать. Куда тут? Ого, баб! А что, ножки куда? Уже... Боже, блядь. Фу, блядь. Ладно, сейчас самое сложное. Ножки подвели чуть-чуть. Скоро будет опять девочка. Сука. После шахмата. Опасно, может сразу на этот и сразу на тот, может сразу на красную. На этот и сразу на тот. Не бойся, Сань, ты тут уверенный еще, в себе мужчина. Тут еще, Сань, давай. Можно через яблоко, помнишь, а когда здесь на яблоко и сразу на вот туда, понял? Видишь? Красава. Да, да, да. Не благодари. Спасибо. А что, если он пройдет, то что будет? Ты еще сабок. За что? Нихуя себе. Ну то, что ты не можешь сделать, блядь. Ну у него остался последний шанс, грубо говоря. Это что, он тренера нанял, типа, для онлиапа? Тренер? Вадим Казаков? Ну, а чё? Ты решил так, да? Нахуй я сразу туда запрыгивать? Бля. Ух ты, блядь. Ух. Что за мем? Какой мем? А кто напердел? Кто? Собака. Кошка у тебя? Я один дома, брат. Ты один. Так а кто напердел? Азим, может, блядь, где-то уже думаешь, воняет, понял? Может, Азим уснул где-то в комнате, понял, и не говорит тебе, что он у тебя дома? Да, конечно, его, блядь, по запаху чуешь. Его чуешь, да. Ну чё, Сань, ГЛ. Так, что там еще раз надо? Просто без шифта, бежи на нее, без шифта, и все. На угол, просто левый прыгать? Угол. Не, не прыгать, просто не прыгай, без шифта не прыгай, на нее. Она долетит. Да, без шифта на левый угол, возле подушки. Так я упаду, блядь, сейчас. Ты не упадешь, только растанет. Только с разбега.
Да, без разбега шифта. Налев... Вот так вот и на левую подушку, ну, и все? Без шифта, без шифта. Да, без шифта. И без прыжка? Вот так, просто и без вот так, прыжка, дабл, да, просто, да, вот так, и все. Ой, блядь. И ты на руку летишь. Ну, ну почти, за да. Что-то, почти. За что-то сосиски. А-а-а, мама! Ебать, кол скилза. Да не, ну нахуй я тебя вообще слушаю. Какой кол скилза, бой, идиот? Какой, блядь? Ну, точно идиот, блядь. Бля, все, Артур, я бы нахуй тоже в Дискорд зашел, блядь. Пиздец, блядь. Сань, ты сейчас самый низ прям летишь. Понятно, злой на червил, блядь. Не, бро, я у Мухаджана, Мухаджана видел. Не, я знаю, да там так и проходит. Не, я не хотел червить, честно, я вот, я видел. Не надо вниз. Кайнзор пишет, скажи ему, что в следующий раз просто на шифте бежал и цеплялся на щупальцу. Куда ты залетел, блядь? Йо, а шо ты, шо ты? Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. Пу-пу-пу, ситуация. А мы когда не начинали сначала? Бля, это пиздец. Блять, честно, мне уже не хочется. Ладно, играть. Давай, если это последняя попытка, я дам попытку на 1000 сабок. Сколько это в гривнях? Давайте, если с первого раза прохожу, то вы мне даете 2000 сабок. Давай. Сколько это в гривнях? Какая тебе разница? Все, 0-0 ставьте, 0-15 уже может даже. Это 1000 долларов? Главное обновить счетчик. Это больше. Скажи мне, будь добр. Короче, он уже сказал, все, поехали. Одно, да больше. Смотри, Артур, заодно покажу тебе, как надо играть. Давай. Ладно, все, надо full focus. Это последняя попытка, все, я нахуй. Да. Я, в принципе, могу поспать, ты будешь играть. Ебать, серфер. Нет, тут уже все под контролем. Давай, Александр. Перезайди, пишет. Да не, пускай кончает. Ой, да похуй уже. Ебаш, Александр, let's go. Ебать, момент. Ну а ты дома, братишка. А на шите слабо тут? Да. На шите слабо? Да, конечно, слабо, блядь. Ну, ты нет, не тут руси, на шифте не надо, тут не, на шифте точно не впервые, надо. Впервые, блядь, хотел сказать, не упал, но... Бро, надо тренироваться. Все, помолчи лучше. Да так, блядь. Тут кровать справа, кстати. Бедный нахуй, Артур. Да, да, да. Только что попробовал кровать одну штуку. Покажи, Саня, чтобы я знаю, да, блядь, да, пожалуйста, блядь. Да ну, не, чип, не, не, похуй, чё. Который, блядь, застрял в этой ебаной канализации с трубами. Он пролез, забей, чё. Рассказывает там какие-то эти, блядь, истории. Сука, как же тогда я не ухватился за это, блядь, за эту руку? Ну, видишь, я не долетал до руки. Просто весело, ебать. А чё, вы смеяться нельзя тут? Смех плюс сапка или что, или как? Да. Ты насмеялся на 200. А ты на вагонетке ездил тут, Саня? Он так проходит нормально. На чем? На вагонетке. Я не знаю, что это. Она везет тебя по рельсам, тебе не нужно бежать. Просто углеводы расходуешь, или ну, ты мог бы поехать через... На вагонеточке просто. Скай. Ладно, поехали. Это сколько там времени сейчас? 2 минуты. 2 минуты? Ой, блядь, у меня нахуй. На экране. Блядь, пиздец, 2 минуты так быстро прошло, я в ахуе. Ой, блядь, да. На ошибках учишься, Саня? Блядь, чё у меня, блядь? Чё у тебя? У меня реверс устанавливается, новое обновление, блядь. Реверс, успокойся, а нахуй. Да это переводчик нормальный. А сколько ты играешь? 3 часа? Не, не 3 часа, ты меньше играешь, 2.5. Пу-пу-пу. Вот у меня было плюс-минус так же, как у тебя сейчас. И вот сейчас, вот в этот момент я с первого раза прошел. А что ты рассказываешь? Я тебе говорю, я так само упал столько же, сколько ты, плюс-минус. И потом вот был вот такой забег последний, я прошел с первого раза.
Ну как с первого раза, блядь. Если можно называть с первого раза, блядь. Нихуя не с первого раза. Бля, ну сейчас послушаю. Саня, ты дома сегодня? Да. Ну что, залезть сюда никак, блядь, нельзя, вы, блядь. Сука. Куда ты? Ну, направо. Ну куда оно, блядь, ну чё он не зал... О. А ты, Артур? Ну не знаю, думал что-то поделать. Типа есть тайм. Еще много. Типа, ну хорошо. Делай, делай, блядь. Плойки нету у тебя, поебашить? Или все же? Не, плойки не. Привет, да. Можешь, пожалуйста, передать привет Сане Симплотмене? Нет, не знаю, кто такой Даня. Злой? Да. Да, да. А ты сегодня выебал уже пробил? Известно. Конечно. Что по выводу? Лям 700. Ух, что ты. Это ЧС написал? Привет, Даня. Не мне же. Привет, Дань. Кто такой ЧС? Кто такой ЧС, если я не Даня? Кто такой ЧСВ? Не, ну вообще не по факту на меня пиздить. Ух, бля, что за хуйня? Нормально, нормально. Тут тоже можно подняться. Куда? По вот этим хуйням, видишь, вверх? Бам. Хуяк. Ух ты, блядь, ебать. Что-то я не пойму, брат, слышишь, куда она ведет? А, ну все правильно ведет, только ебать через долго, нахуй. Ебать, ему надо подниматься, слушай. Ну как? Так, стоп, все нормально, все нормально, все нормально. Ты специально сделал, да, до кровати? Главное, что я не... Ну, типа, это не считается, да, я специально, да, чтобы... Да, я тоже так думал, а это... А это было тоже да специально, чтобы ты я подосрал чуть-чуть, блядь. А вот ты это видел такого? А ну, на шифте. Опа. Блядь, на шифте, покажи прикол. Мужика. Влад, можешь передать, вот, Саня, показывай. Привет от меня, пожалуйста. Не могу, я не Влад. Хорош, ебать, могу. Ну как так, пацаны, ну что ЧС это? Даня, Влад, это два разных имени. Я Вадим, понимаете, чат? Вадим. Вадя, а как тебе челлендж пройти без кровати? Да ну. Вау, no way. Хуйня. Не, пацаны, я не ЧС. Ебать, я бы проходил, охуеть. Да нет, там недалеко тебе было уже. А нет, далеко. Сань, ты знаешь, кто такой, Касатка Бобо? Нет, никогда в жизни не слышал. Понял. Я тоже. Он тебе привет это? Передает, не знаю, кто это просто. Ну, передай ему привет. Хорошо, я буду, вижу, с ним передам. Ладно, ну мы уже почти дошли до финиша. Да, мы очень все близки. Сань, добро. Мы прям... До половины, как говорится. Да, да, у нас половина вот не за горами. Ну вот, сколько там, кроватка еще. Ты можешь просто без шифта тоже. Да, можно так. Нет. Ты проходил игру вообще, блядь? Слышишь ты, блядь? Можно. Тебе, а кому еще? Ты говорил, я доходил до туда, докуда ты, блядь, вообще не видели твои глаза такого. Все верно. И откуда ты знаешь? Бро, я просто знаю наперед и все. Этого достаточно. А где этот кувырок можешь делать? Интересно. Вот тут сейчас, в этом моменте. Ой, бля, ебал в рот. Хоть этот режим ебаный. Заеб. А куда ты? Все правильно, он идет.
Ну да, когда, блядь, слетаешь, спасибо когда большое, начинаешь что заново, привет, то уже по-другому все. Да, микродепрессион. Да. А он на дом не прыгает? А это что за хуйня? Да, мне тоже хочется поиграть, пиздец. А что это? Добро, ну ты меня позвал, теперь терпи меня. А куда он тебя везет? Он меня везет прямо... Куда, бля? Колесо обозрения, блин, да? Можешь, а нет, к этому, бля. Блядь! Нет, не буду от тебя передавать. К ветряку, блядь. Ветряк, да, блядь? Да, 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 к ветряку. Нет, к ветряку. Это вы, блядь, только ни разу ветряк не назвали ветряком, блядь, пиздец. То какая-то похуй хуйня кто-то говорит, то, блядь... Я говорю на лопасти. Нет, идите нахуй, я не буду передавать с таким... пропеллер, да. Ну, пропеллер норм. Пропеллер, да нет, не норм, бля, это ветряк, братан. За него. Давай. Его не надо за него зацепляться, братан. А, ты знаешь? Надо сделать вот так. Оп. 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 А вот тут, а? Мув. Оп. Ебать. Оп. На профессионале оп еще было. Оп. Александр, что ты исполняешь? Чик-чирик, чик-чирик, оп. Оп-оп, чик-чик, чик-чик. Бам. 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 Делаешь. Допрыгни сейчас. Да. А тут? Бля, легенда. Я думал, ты про это и говоришь. Так что, куда тут надо? Направо, на дорогу. А, все, я понял, понял. А. На какую дорогу? Сюда? Нет, надо было направо. Ну ты норм. В принципе, норм. Беги дальше, беги дальше. Вот. Все, я понял. Тю, а че она меня так кинула? Странно. Потому что ты радиус выбрал ужасный, брат. Wrong way, слышишь, брат? Это неправильный путь, написано. Эти нахуй со своими приветами, Володь, блядь. Передай симпл привет от меня. Понял. Без обид. Куда, куда? Направо. Блядь. Все, ты дошел. Дошел. Блядь. Думал, я упал? Я думал, вдруг соскользнет. Так. Ёбаный урод. Что за собака сидит перед веткой? Ты собака, гав-гав-гав, 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 ты собака. Иди нахуй. Так, тут две кровати, ты помнишь? Да. Давай, Сашка, покажи, чего ты создан. Блять, сука. Что это за дичь? Вадим, можешь передать привет моей кто маме. Мы? Она работает. На нахуй кто-то скипнул. Опа, парни, что? Это не я скипнул. А что ты открыл? Артур. Я ничего. То есть мы слышали же какой-то звук. Да. Что открыл? Я рыбу принес и... А хули тут уже разъебано это, блядь? Так потому что ты же Escape не нажимал, брат. Я нажимал Escape. Хорош. Нет? Нет. Не-не-не, ты упал, мы не упали. Не а, нажимал. Главное, что время идет. Да, факт. Ой, чат. Какое, сколько там? 12 минут. 12 минут, кстати, это очень жестко. Да, пиздец прям. Ну, мне кажется, ты можешь попасть 100 лучших спидранеров. Скажи Сане, чтоб передал мне привет, это мой друг. Скажи мое имя Сашу. Лучших спидранеров, кейсеров. Иди нахуй с своим приветом. Понял. И все следующие приветы тоже нахуй. О, вот так вот. Идите поздоровайтесь, блядь, со своим папой нахуй, и все, вот тебе, блядь, будет привет. Не будет вам привет. Правильно, блядь, это что, радио нахуй? Реально, блядь, чё вам нахуй, Якубович, блядь? Ой, блядь. Попрыгунчик Александр. Ой, блядь. Адольф, добрый вечер. Передайте привет моему любимому симплу. Да ебать, блядь. Я забываю всегда здесь, охуеть. Нормально, тебе повезло. Блядь.
А мне не повезло, это наоборот, типа скилл я показал. Чё он на поднут не прыгнул? Понимаю. Там же хуйня допрыгивать. Не знаю, мне вот такой путь показывают, я его и соблюдаю, понимаешь? Хорош. Слушай, иногда да, нужно да сворачивать своего пути и выбирать самому. Да что, злой этот, паникер, блядь. Артур, а ты был, когда корабль, блядь, разъебало? Да, да, так я его продырявил. А самое смешное, что я 10 раз сказал, Сань, не двигайся на корабле, потому что он баганый. Саня просто решил... Да, ну не настолько, я же не думал, что настолько. Да, я тебе просто сказал, ты можешь упасть прямо вниз. Оп, велосипед гейн. Алло, сейчас? Я-то понял, что ты хотел сказать. Просто пробегай. Ага. Блять. Ну, блять. Минус вайп. Найс, Сань, найс. Надо тренироваться, бро. Блять, ну ж, боже мой, блять. Я в ахуе просто, где я, блять, что это нахуй? Ой, сука. Бля, это начинается тильт. А где я вообще? Настройки какой-то. Бля, не могли поменьше карту сделать, пиздец. Ну реально, бля, не могли сделать карту, чтобы проходить было 1.5 минуты. Ого. А это что такое? Это нихуя себе бусы. Бля, что-то знакомое место вот это. Передай привет Хитлеру. Тоже такие донаты, блядь. Суждаю. Тьфу, блядь. О, мы вернулись на дорогу? Да. На начальную. Нормально, нормально. Сука. Ну, блядь. Не сдавайся. Да я не сдаюсь, блядь. Пизда этому, блядь. Пизда этой игре. Я хотел написать, чтобы ты передал привет моей маме Шалаве, но совесть не позволяет. Поэтому пошел нахуй бок. Ну ты, блядь, что вообще это такое? Блядь, вы можете отъебаться со своими нахуй приветами ебаными, блядь. Это хаос. Это просто пиздос. Отсылка. Меня нахуй, блядь, испытываете или чё, блядь? Вам нехуй... Вот. Тебе что, сложно привет передать? Иди нахуй тоже со своим приветом, блядь. Пиздец зажрался, я ебал. На 200 рублей еще привет и нету. Я хуею, нахуй донатят. Так и я не понимаю, я не прошу. А то куда надо залететь? Наверх, наверх самый. И назад на себя. На себя, Сань. Хорошо, все, молодец, успеешь. А, тут понятно. Ты можешь на кровать вон сбоку. Ничего страшного, так еби тоже. Саше нравится по машинкам прыгать. Да, он кайфует. Да, пиздец, как нравится. Саня, давай. У тебя были машинки в детстве вообще? Я говорю, я в солдатике ебашился. Лучше. Когда мы не ебашили солдатики, ты, братишка? Там и средневековье, там разные вообще все были. Ты стратегии придумал, да? Да, да, да. Я когда-то поехал в Белоруссию, 3 года мне было, я помню этот момент. И мне подарили родственники кучу игрушек, понял? Тоже солдатики, машинки. Всем ну, похуй. Заморские. Очень охуенные. И типы вражеские, понял? Ну, дети постарше меня. Они взяли все эти игрушки и закопали в огороде. Нахуй. Ну и правильно, и я... ты вырос сильным челом, нахуй. Да, я с мамой ходил, откапывал их. Но я забыл, где они закапаны. Это... Зная твою маму, ты откапывал челов, да? Нет. Не, ну да, по сути. Мама, у тебя пиздец, конечно, боевая, блядь. Бля, ну очень грустно было.
Что, типа хотели со мной поиграть и спиздили мои игрушки. Пиздец, крыса. Ну да. Мне очень грустно, братан, это то, что я сейчас эту хуйню до сих пор прохожу. Это очень грустно. А грустно, что ты завтра еще будешь стримить ее. Но если я сейчас пройду, может и не буду. Давай. Бля, сука. Давай, докажи, что ты можешь. Давай, тем более 2000 сабок, нихуя себе, блядь. Нихуя, это очень дохуя. Да, это реально дохуя. Бля. Как это две? А, нихуя себе. Не, у меня ВК не работает, бро. Включи этот плейлист. Там только самый сок. Я не пользуюсь просто, сори. Spotify, я не знаю, такой Spotify. Вот Spotify, если есть, имеется желание, я врубаю. Вот эту дать можно. Симплы просто поставили условие, что если пройдет, то подпишут Алексиба. Вот он и падает ноль. Дай. Какой ты смешной, блядь. Что сделал? Да ты ничего. Мы как будто в фильме, ну, День сурка, правда, Сань? Как будто мы уже бегали этой дорогой. Да, так тут дефолт. А ты представляешь, как люди чувствуют себя на стриме Алекса уже неделю? Просто они понимают, что в жизни, ну, типа, они такого плохого сделали. Бля, вообще, люди, которые смотрят Twitch сейчас, неделю всю в ахуе. Мне кайф. Как я мог тут ошибиться, сука, ну как? Сань, ну ты же. Давай, ебашь, бля. Сань, надо тренироваться, Сань. Все, это половина, да? Да, да. Почти. Нет, Сань. Не, ну ты ж тогда мерил половину. Так это не то, брат. Тут тебе пиздец еще пиздячить. Там я надо понял, забраться, блядь, на самый верх, потом пролететь. И потом будет половина. Я понял. Куда тут, бля? Квартиру. Тут аккуратно. Сань, если не проходишь, завтра ебешь стрим? Давай, если падаю, еще тысячу. Короче, два раза, если, ну, типа, один раз, если падаю, я еще сыграю, если недалеко. Если недалеко, да, окей. Привет, ребят, злой можешь передать привет. Сейчас, так, если скрыну. Второй раз недалеко падаю, то стыме. Все. Саня, куда ты, тут, блядь? Чемпион Миджор. А, не можешь, блядь, проверить, блядь, свою игру? Ну, подожди, ты можешь пацанам пообещать сразу, ты делаешь завтра стрим, если... Куда ты пошел, купаться пошел, Сань, ты устал, что ли? На вот эту хуйню елду залезь, закрывашку. Да, сделаю. Все, сделаешь завтра стрим, если не проходишь сейчас, да? Да. Во сколько? Где-то 5-6. Хорошо. Куда на там, золото, блядь? На золото. Прыгни. И на кровать. А нахуй эту кровать, блядь? Согласен, блядь. Нахуй эту кровать, блядь, Сань. Привет, ребят, злой, можешь передать привет? Иди нахуй. Куда, налево? Нет, направо. На я автомат, ебусь. Брат. На автомат, блядь, тебе что, на Гарри Поттер, блядь, мозги промыл или что, нахуй, палочка, Саша, не пойму. Говорит, я забываю, я не блядь, в мы я не так часто онлайн. Сейчас да, на так я слышал, тоже будет. Я слышал у него на стриме, что он сказал, что не хочу играть, и я поэтому ему и написал. Да, я сказал, что мне нравится смотреть. Да, ну вот, а теперь даже завтра еще стрима. Ну, бля, вдруг ты сейчас пройдешь? Если ты пройдешь, это ебануто разъеб будет. Смотри, это тебе 1000 сабок, и завтра ты не стримишь. Че, 1000, 2, ты что же пообещал 1000? А, сука, не получилось. Спалился. А, бля, все, давайте. Давай, ластовый шанс. Все, поехали. А музыка, бля, давай такую, какую, которая заводит, типа, на победу. Давай, Амсара дать тебе еще раз? Давай, Амстер, да. Делаешь. По чуть-чуть. Куда ты скользишь, блядь? Я не знаю, это такая хуйня, когда этот скользит, а потом меня скидывает. Тварь, блядь. Дай пройти. Чё, ты что, блюдок, на злом? Казик стримит, еще хотел отмазаться. Не стримит Казик, если что. Осуждаю. Я не стримлю казино, осуждаю казино. Вы чё, не планы, блядь, чати? Фу, блядь. Ломание, это хуйня. Факт. Оп. Хорош. Ну, бля. Эта хуйня тут всегда стакает меня. Да, ты всегда раза два не можешь пройти, не получается.
Давай, Саня, медленно, не спеши. Не спеши. Просто пройди, блядь. Такой разъеб. Тебе нравится прям нас далеко оттуда прыгать, нахуй. Бля, я уверен, сейчас после тебя, сейчас Чип будет стримить, и он будет тоже ее проходить. Я уверен, что он ее ебать быстро пройдет. Чипс талантливый в такой хуйне. Чипс, ну скиллс. Я не уверен, на самом деле. Я же что-то насмотрелся, как будто не пройду вообще. Да, пройдешь. Что, половина? Да, половина. Просто Саня Тарлок... Забей, сколько там время? Ой, 73, блядь. Охуенно, блядь. Это пиздешь, если что, чат, я не рефрешнул. Там должно быть 23. Должно быть 23, да. Куда ты прыгнешь? Выбери свой. Сразу туда, он знает. Что, чего ждем? Что, мы ебем или что? Конечно. А куда, туда? Сразу туда, да. Дискотека. Он потанцевал чуть-чуть, дал разминки. 73 минуты, найс. Ну, кстати, нормально. Это сейчас плюс-минус около рекорда. Опять чипсы, блядь, под раздачу. Ну, ебаный сыс. Так, надо сделать твой стрим громче. Давай. Я уже не могу слишком громко делать. Ну да. Серина есть. Куда там дальше? Ты жди просто, Сань. Какой же ты нетерпеливый. Даже текстуры не появляются сверх, а вот. Вот, смотри, ты в раю. Я вообще-то с любовью к вам. А, мама понял, спасибо, очень смешная, но спасибо, что послал. Плюс в час, если Вадим ЧСВ, пусть увидит. Спасибо, Блэк. А, ты просто передал. А, тебе, слышишь, злой, твоей маме привет передали, но нормальный, понял? Не с подъебом. Спасибо, спасибо большое. Я думал, с подъебом, поэтому не передал, короче. Не, меня маму любят мои зрители. Ну, мои зрители, ну, вообще все любят. И я люблю. А что плюсы ставят? То что ЧСВ? Ну я не ЧСВ же. Какой сенс у Сани в игре? Какой сенс у Сани в бля, игре? Бля, я представляю, как его будут заебывать завтра. Скинь конфиг, пока настройки, бля, это угар будет. Спасибо, мистер. Сань, покажи настройки. Верили себе. О, Колин, здорово. Спасибо на этому миру, что ты когда-то появился в моей жизни. Реально, блядь. Катюх, тебе тоже спасибо. О, еще аккуратно ты хребежишь. Он такой. Здорово, Коллинс. Бля, Коллинса ебанута дохуя знаю. Просто пиздец, как будто лет 7 нахуй. Охуеть. Бля, если тогда Коллинс был взрослый. Сколько сейчас Коллинс? Коллинс, сколько тебе лет сейчас? Охуеть. Все, опа. Наигрался. Внезапная пауза. Я как будто Коллинсу было как будто лет, блядь, 16, 18, 20, блядь. Не ебу, нахуй я просто рандомные цифры говорю, когда не знаю. Но как будто выглядел взрослым. Ты помнишь же Коллинса, да? В КСе? Я, да. Ну, бля, у Скилс Корса он все помнит. А помнишь, как его звали этот? Как его? Какой? А, Воха, помнишь Воху? Воха 45. Бля, это вообще Воха 45, это просто легенда, нахуй. Бля, просто. Он же там потом спортом начал заниматься, ты видел? Не знаю, видел, нет? Там ебать огромный стал, пиздец. Ну, он сам по себе крупный всегда был. Ну да. Не то, что я нахуй палочку. Да сука! Тем временем, и камни вниз, на крыше дома. Ладно, это было первое чуть-чуть. На небоскребик! Пожалуйста, пойди на дорогу, я прошу тебя. Лелевай нахуй. Фух, слава богу. Куда? Фу, блядь. Туда, вперед. Я попал под дыхание. Можно вырубить эту хуйню? Да. Я думаю, из-за чего я, блядь, проеб? Обладает, прилетело нахуй. Пиздец. Бедный обладает нахуй. Че? Я. О, я знаю, я, вау.
Ой, бля, я хочу уже пройти нахуй эту ебаную игру. Давай, под сака-сака, бля, это вообще разъеб. Под сака-сака нельзя упасть. Ту-ту-ту. Пошел, пошел. Я бы так между прям просто. Ебанька, это что, 8D, блядь? Это 80D, братик. Охуели, как будто, бля, вокруг меня, блядь, она поет. В игре, блядь, самой. Сань, ну делаешь, не ошибайся, аккуратно. Гравач, здорово. Гравач говорит, как будто кто-то с колонкой по голове ходит. Да, прикольно звучит, пиздец. Как трек называется? Очень трудно. Очень трудно название найти, мужики. Я чувствую, завтра будет 6 часов. Он ляпа. Слабо от первого лица пройти эту игру. Ну да, от первого лица неудобно. А, бля, ебать, у меня рука болит, сука. Так. Ну всё, чё, хочу посмотреть. Не знаю. Что ты в такое время любишь посмотреть? Смешно. Опа, долбоёб, блядь, схватись! Ебанашка ты тупая, блядь! Сука, нет, это ещё, блядь, не конец, нахуй. Мне похуй, блядь. Всё, last chance, всё. Всё, обещаю, если падаю один раз... Спать пойду, ты сиди, еби, мне вообще похуй. Смотрите, слушайте меня, если падаю один раз, всё, спать. И завтра стрим, обещаю. Обещаю. Ой, блядь, опять эти машины ёбаные, блядь. Ладно, спидраним, пацаны, чтобы, блядь, не тянуть время, блядь. Просто будем хуярить, блядь, как никогда не хуярили. Быстрее, лох, блядь. Еще и под такой трючок, посмотри. Да, просто буду спидрать, похуй. Да белый, блядь, не пробовали, сейчас попробуем. Ах, вряд ли. Спидраним. Тут не останавливаемся, тут может чуть... Оп, поехали. А что ж такое? Скажите, Сани, что в конце объектив и он мировой рекорд поставит? Ребят, я отходил, что-то изменилось. Все стабильно. Да, типа, если я падаю, то все, ГГ, понял. Все, понял, тогда если мы отвлекаем. Но ты уже лучше чувствуешь, по-моему, перца. Да, но, блядь, только... Я так понял, ты в этом сверху падаешь, да, чаще? Да, я даже не понял, как я последний раз упал. Лучше аккуратно играй. Просто оно не зацепилось, и все.
хватит, уже чисто на чили такой. На чили, братишка, я жду, когда он это пройдет, я потом проснусь. Вадя тупо как мешок лежит, я в ахуе, блядь. Соберись, блядь. Блядь, для кого стримишь? Для себя или для людей, блядь? Быстро привет передал, не, блядь. Пацаны, кайфуют, мне похуй. Чат, как вайб? Имеется? О, бля, вот эту дам тебе сейчас, слышь? А давай нет, ты какой-то разъебистый. А, ты хочешь драйвовые? Да, да, да. Время 8 часов. Делаем какой-то ключу комплект доната. На некстон ля позвони, нанеси. Чапик, бля, ну тогда вот этот шучел кидал. Пожалуйста, накидай. Тебе сосиски задонатил 200. Ча. Спасибо, сосиски за донат. Спасибо, сосиски за донат. Этот, перезайди. Ща, короче, я затранслирую другое. Там вот у чела прям имеется вайп, смотри. На. Откройте стрим. Погнали. Ты мог его не закрывать. Точно. Пошел. А вот это как тебе? Сань! Нормально. Хорошо? А нет, хуйня. Закрывай глаза свои. Я думал, другой трек, я перепутал. Ух ты, блядь, а чё у него по названию? Трек называется... А чё по названию? Для драки с матерью. Чего? Ебать. Нихуя. Нормальный такой трючок, знаешь? Мам! Иди сюда! Будем пиздиться, да? Все хорошо, сейчас будем драться. А когда драка-то будет? Хуй его знает. Этот разогрев, блядь. Perhaps! Сисадмин настроит сеть, сисадмин починит комп или просто посидит и потом домой пойдет и работает так просто. Разваливай этот бит, давай, родной. Комп устроен, и надеждам помогать, точно буду им работать. Сисадмин, я. Внимание, внимание, меня слышно? Алло, не догоняю что-то. Тоже отстаешь от современных тенденций? Покупай сим-кардашьянту Каминкау. Алло. Ведра. Обожаю ведра. Бля, что происходит? Ты что, приколист вообще, блядь? Блядь, спасибо. Сука, я стакаюсь из-за этой хуйни, из-за твоих... Боже, блядь. Забей, у него ведра хуярит. Ёбаный стыд, блядь. Как жаль, что я трап. Эх, но ведь есть... Да разве это песня? Ты сейчас довключаешься, блядь. Не смешите мои подкорки. Ля, Вадя, я сейчас довключаюсь. О, вот это хорошенько, Раз, два, три. Пошел, пошел. Это хорошее. Помоньте, просыпаемся. Кроватки заправляем, нахуй. Я просто... Ой, я просто вспоминаю, как там бабулька, блядь, ебашит. Как она там... Блядь, смотрите, это баги игры! Да что это, блядь? А мы-то думали, это фишка. Твари, блядь. А как вам вот это? Пизда. Ой-ой-ой, это имба. Под это я разъебываю, смотри. Надеюсь, ты сказал разъебывай, разъебываешься. Ого, это жесткий трек, Это очень жесткий трек. А ты знаешь, откуда это? Я даже не слышу, но пофиг. Лучше я послушаю трек нормально. Waste time! Поставь этот трек, пожалуйста, Ирина Кайрат. Блядь.
А какой именно? Арива трек? Заказали. Ирина Каратова какая-то. Ну, Арива? Ну, это не группа. Чан. Блядь, это где название? Ой, блядь, это где название? Скилсы. Не надо. А вот это... Ну, хочешь, затестируем чисто ради интереса? Я боюсь. Чё мы сидели-то? Продлим. А как тебе название? Прикольный музон. А ну дай дадим прикольный музон. О, Сань! Ну, это... Победная! Ну это этот. Давай, Макс Корж. Малый повзрослел, дочерей. Такие... О, ебать, дай я Саньку дам реально вот этого джаза. Сейчас, подожди. Это плюс вайп, как бы слышишь. Давай, Бустера, я тупой. Не, не, это песня. Секс. Крыша частных... Слышь? Улица двора. Лишь как семен. Клеют, клеют. In my ass. Знаешь, что... Сегодня не попадет домой. О! Так давно не хотел. Только не волнуйся за меня. Блять, я знаю, пизда. Ща я врублю нахуй. Чё? Короче, заходишь на вот эту, и заходишь на вот эту. Что это? Ты это слышал? Нет, 5 минут назад не слышал. Она не играла? Нет, всего ты играла 4 раза уже за стрим. Нет, так это другая, у тебя... нет? У тебя деменция? Ладно, вот это да. А? А? А как тебе MC вот этот, который написан? Сейчас я Саньку дам прям нормальную. Вот это видишь? Да погоди. Блядь, меня прикипает за дэн. Что там? Мой джем. Ебать, у тебя джемчик. Кэт джемчик, блядь. А вот это что у тебя по заказу? Подожди. А ну-ка, подожди, вот это есть? А ну-ка. Ну-ка, дай джазу. А ну дам сейчас. А ну, уебаны, блядь. Давайте сюда, блядь. Здоровый. Всего я не люблю, нахуй пошел отсюда. На фонке сегодня. А мы на фонке работаем. А ну, уебаны, блядь. Давайте сюда. Пошел. Бля, че ничего не придумали, да че однотипное такое, пиздец. Бля, ну это хорошая была. Ух ты, блядь, а что Сережа, блядь, в Телеграме был циферки такие? Да, телекофин. Серега, с ума сошел, что ли? Бля. Куда тут? Пишем музыку, нужна помощь.
Сейчас, брат, секунду. Куда я сейчас буду прыгать, блядь? Все правильно, бежишь. Ты на крылья, на крылья, на крылья. Блядь, сейчас надо на руку, на подругу запрыгнуть. Так, куда там? Она в километре еще, Сань. На крылья. О, Demon Slayer, Сань. Не спеши тут, Сань, не спеши, пожалуйста. Сань, здесь просто прыгай, да, аккуратненько. Да, дай джазу, аккуратненько. И причем не, влево-вправо не делай, просто да. попадаешь. Лево-право, оно пиздец стрейп дает иногда, ебанутый. Да. Вот такой вот, да. Просто прыгай, все, бам. Ох, ебать. Ой, там так красиво. Вот здесь Саня на уверенности идет просто через ковики. Аккуратно. Фу, ой, блядь. Тебе кажется, что она ближе, чем есть на самом деле, Сань? Сразу на книгу, помнишь? Прям сразу, прямо. Может, бесконечно? На книгу даешь? Потом сразу здесь прямо. Здесь вообще без шифта, Сань, прыгай. Вот здесь вот по книжкам без шифта прыгай, иначе тебе. Да? Скидывай, а пиздец. Я... Да, да, с шифтом опасно очень здесь прыгать. На яблоко? А, не, с яблоко шифтом надо. С яблоко шифтом, ладно, с яблоко не прыгал. А вот так вообще лучше без шифта. Все. Пиздец. Красава. ГОПЖ. Все. Бля, ебать, тут красиво, бля. Нет, на даму. Ну. А, да-да-да. На пешку. Ой, блядь. На пешку. Чё такое? Ух, сын. Да страшно, я ебал. Далась мне. А, я тут вообще аккуратен. Засмотрелся в аниме, блядь. Хорошо. Здесь лучше, да, готовься к прыжку. Бля, видите, как у него красиво, да? Угу. Похуй. У него 36 просмотров. Похуй вообще. Нет. Вот здесь на даму залезаешь и сразу же на книжку. А мы тут были, мы тут были уже. Да, да, давай, еби. А, и это я у тебя тут смотрел, как это, понял? Да, он тут был уже. Он девочку пропрыгнул, да. Девочку пролетел, он далеко. Ну, бля, второй раз не получил. Ты понимаешь? Я ему говорю, на корабле, я говорю, не прыгай, не двигайся. Братан, я был на корабле, он просто... вниз. А, то есть корабля упал? Да, он просто... Нет, нет, я не упал, я провалился под корабль, а потом... А, ебать. Пиздец, да, ебать, ебать, блядь. А ну это что такое? Чё там? Брат, включи эту, она финальная, прям просто Лера. Мне 20, Понк ремикс, в Мадмаре микс. Ну я не упал, не до руки долетел, понял? А тебе не на руку надо, тебе на щупальцу надо, левее юбки, понял? Вот на щупальцу лучше лезть. Она будет... Зелёная, которая? Не-не-не, ты её отсюда не видишь, она ещё не пририсовалась. Она будет между, вот, ну, на блузкой... Что, на шифте просто залез? Там на шифте беги, просто на шифте беги, да. Просто на шифте бить. Это не шифт, брат. Ты на шифте пробежал? Нет. Ладно, похуй, он долетел. А, поебать. Ну ты летишь. Так, за что-то хватает сейчас. Хуй знает за что, Сань. Фух, блядь. Заебись, фу. Забей, ему так трясет уже каждый раз. Ты сейчас полетел вообще не по понятному маршруту. Никто бы такого не летал, мне кажется. Тебе вот на ромашке, да, вот юбочку. Чё, песня мне вообще не нравится, блядь. Смотри, с ведра можно на шифте прыгнуть на розу. Поставь, ого, пожалуйста, трек, Саня оценит. А как я тебе... Зачем ты ссылку кидаешь? А, иди нахуй. Иду. Российский фон. Когда только что это включил, Артур? Спасибо за здесь. А откуда пришла тема? Включи этот трек по-братски, Дмитрий, я автоматива Super Mario World 2 охуенный. Я думал, у тебя. Да. Ага. Просто жанр музыки. Нет, нет, у меня точно не было. Все, аккуратно, пожалуйста, Сань, аккуратно. Но... Be careful, please. Чат, откуда пошел бразильский фонг? Ну, блядь, где-то что у тебя упал, да? You already... В смысле, вообще прям откуда? Или... Нет, откуда... Вадя, прочти мой предыдущий донат, ну, пожалуйста. Ну, куда дальше, что делать? А, рука, блядь. Дальше по руке. Аккуратнее только. Я уже год в пермаче на этом аккаунте, твой админ просто обиделся и выборочно мне пермачом блокнул. Сейчас посмотрим. Админ? А кто у нас? А, так я с корабля, это моя гетта, да, блядь. Да, 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 все, ты дошел. Ебануться. До корабля. Аккуратно. Какой ёбищный корабль. Не проебись с бочками, не проебись с бочками. С какого зафона? Все, молодец, все. Ну-ка, нет! Прыгай на этот. Ладно, более-менее сейвово. Нормально, нормально должно быть. Только не соскользни близ.
Все, хорошо. Фу, ладно, окей. Ну это типа не такой так, себе. Не так плохо. Да, господа. Это значит, что можно еще продолжить чуть-чуть. Ну да, тут норм. Тут норм, недалеко. Ой, еби. Блядь. Плохо, еби. Ладно, спидраним. Не задумайся об этом. Не надо играть. Бам первая. Аккуратно, лучше аккуратно. Бам вторая. Не, ну здесь можно вот на три. На... Бам третья. Блядь. Бам. Все. Спасибо за игру. Да не, на самом деле я сам уже, типа... Ты устал уже, да. Чувствую, что ты устал. Завтра сколько? Пять? Завтра подруг, Саня. Ждем. Да, завтра попробуем. Поставить рекорд уже. А! Ну, хоть бы пройти хоть раз. Ну ладно, ну прикольно было же. Не зря? Да, хорошее. Надеюсь, людям понравилось, потому что я, блядь, просидел сколько? Сколько ты? Три часа уже? Три часа сорок минут. Но 20 где-то 3.20 я бегаю, да. 3.20, 3.30 ты бегаешь, да. Не, игра раз. Все, ждем завтра твой стрим, посмотрим. Зайдем, все, посмотрим. Пацаны, спасибо, все. Что тут подсказывали. Еще да. Завтра тоже приходите. Да, посидим. Завтра приходите в 5 часов. Спасибо, я приду. Смотрел. Давай. Давайте, парни. Пока. Пока. Скилса, ты запускаешь? Угу. Давай, запускай. Все, пацаны, спасибо огромное, кто смотрел. Надеюсь, вам было хотя бы весело. Ну, по-моему, весело было пиздец в моментах прям. Я уже заебался под конец, потому что я пиздец хочу спать. Я пойду отдыхать сейчас. Все, завтра, скорее всего, врублю. На втором, потому что, знаете, что я хочу врубить? Я сегодня хотел это врубить, но врублю завтра. Я врублю, и мы с вами посмотрим игры, всякое такое, короче, поняли? Поищем в стиме, просто посидим, попиздим, видосы посмотрим, короче, просто почилим, поугараем. Все, всем спасибо огромное. Блять, я не там рейдаю, блядь, ебаный баран, сука. Все, можете у Скилзора сейчас посидеть. Он будет тоже пытаться проходить, поэтому кому нечего делать, кому в кайф, можете посидеть у него потупить. Я, если честно, думаю, что он очень быстро... Ой, блядь, я уже по привычке ебанулся на голову, блядь. Блядь, ёб твою мать. Я уже не... Блядь, я просто пишу, нахуй, я не могу написать по-другому, нахуй. Ой, блядь. Пиздос. У меня уже настолько привычка, что я пишу, я второй раз опять начал писать то же самое. Все, всем пока.